На 80-м году жизни скончался бывший министр строительства Чувашии Владимир Филатов. 15 лет он был председателем госстроя Чувашской АССР, а следующие 16 – министром строительства. Заслуженный архитектор СФСР, заслуженный строитель Чувашии, лауреат премии Совета министров СССР Владимир Филатов спроектировал второй микрорайон северо-западного района в Чебоксарах. Микрорайон Южного жилого района в Новочебоксарске, дом юстиции, высотные 18-этажные дома в северо-западном и новоюжном районах столицы. Он был архитектором монумента матери-покровительницы.